Всем привет! Мотозак, как всегда, на связи. Спасибо тебе, что смотришь мое видео. Немного мотосезонов ранее у меня была случайная гонка на светофоре с ГТРом, но тогда была уже осень, скользкая и никакого зацепа, хотя старт и начало гонки получилось на равных. А недавно мой близкий взял себе новую тачку на чипе, и я решил, почему бы нам с ним не устроить зарубу, потому что он всегда топит за машины, а я за мотоциклы. Хотя, понятное дело, везде есть свои плюсы и минусы. Обязательно пиши в комментарии, за кого ты будешь болеть. За моего черныша или за нашего оппонента. Для тех, кто впервые на моем канале и мало разбирается в мотоциклах, я сейчас познакомлюсь со своим чернышом и расскажу про его настройки. Это стоковый Honda CBR 600 RR 2010 года выпуска, версия без ABS, 120 лошадиных сил. Из ништяков на мотоцикле установлена титановая выхлопная система фирмы Акропович. К сожалению, не полностью, а только задняя баночка. Но звук то, что надо. Пробег у мотоцикла 23 тысячи километров. Разгон до сотни за 3 секунды с копейками. Резина на мотоцикле Michelin Pilot Power 3, которая уже просится на замену. Поэтому насколько хороший будет зацеп, посмотрим. Чип-тюнинга и настроек на стенде с этим мотоциклом не производилось. Поэтому двигатель находится в стоковом состоянии, как я и говорил ранее, 120 лошадиных сил. А теперь пора познакомиться с нашим противником. Олды моего канала вспомнят одно из первых видео, где мы с моим корешем по лайту колесили по городу. Мы с ним как Тимон и Пумба, вместе со школьной парты. Недавно он сменил свою пятерку Е34 на заряженную троечку. Встречайте. Йоу, отдал бы всю лавеху за бэху, если папа добавил бы сдэху. Колесил бы сейчас на бэхе яма, если б мама одолжила пару лямов. Днем сплю, вижу бэху, сплю, вижу ночью. А теперь давайте расскажу вам про ее настройки. Это BMW 3 серии в кузове F30 2013 года выпуска. На ней установлены тормоза, подвеска и выхлоп M-Performance, а также чип-тюнинг, который делает из нее 328-ю бэху на 250 лошадиных сил, а не как стоковая 320-я. Разгон до сотни у этой малышки примерно за 6,5 секунд. Я думаю, это достойный соперник. BMW хочу черную, пиздатую, охуенную такую, матовую, чтобы под рэпчик тискать кисок. Я не профессиональный драгер, как и мой кореш, поэтому супер быстрый старт у меня получится навряд ли. А на машине это сделать проще, так как у него есть лаунч-контроль. Но за счет того, что мотоцикл намного легче, надеюсь, я его догоню и нагну. А как это будет, не знаю, посмотрим. Так что делайте ваши ставки и погнали. Давайте поблагодарим Полину за то, что она помогла сделать такой сочный старт. Обязательно подпишись на ее инстаграм и напиши, какая она молодец, что согласилась на такую авантюру. Давай теперь с этого, не с места, а с ходу, с километров 30. Давай попробуем. Что, она снимает? Да. Да. Что, все? Ну да. Хуёво стартанули сходу. А? Хуёво стартанули.
Я не знаю, ты три раза посигналил и не едешь. А, я коробку спорт не переключил. Сама ёпта. А? Машин нету. Нету, нету. Да все, поехали. Это, R1. Все, да? Ну да, поехали, сейчас. А что, на Мерси приедет? Должен ехать. Ну ладно. Ладно, поехали. Переоценил я возможности. Вот, кстати, еще, возможно, новый противник подъезжает. Сейчас посмотрим, будет ли он. А, он это. Ах, какой самец хороший. Расскажи, какие у тебя вообще были мысли и предсказания на гонку? Да, блядь, ну а что тут сказать? Подожди. Я хуй его знаю. Не, ну оно было понятно, то, что, блин, BMW вообще не валит. Оно не ездит, что тут велосипед меня обгонит. Ну так оно и случилось. Ну ничего, зато было весело, хорошо провели время. Заруба наша подошла к концу. Надеюсь, братан не в обиде за то, что произошло. Потому что дружба прежде всего. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока.